лимончик набирает свои бутоны. У меня он с 25 декабря. И очень-очень быстро он решил зацвести. А сегодня у нас январь месяц. Начало января. Выращиваю для Мики траву для котиков. Вот такая она уже. У кого есть котики, зелень для них необходима, особенно в зимний, весенний период, чтобы они не портили наши цветочки. Потому что у меня Мика подгрызает некоторые. И надо успеть все посеять, чтобы у нее не было дефицита нужных ей витаминов. А кот наш вообще зелень не ест. Всем привет, друзья! Сегодня поливаю свои растения и обнаружила вот такую вот картину. У меня мой лимончик молодой. Завязал уже плоды. Но дело в том, что он это так сделал странно. Почему странно? Потому что я не видела цветения. Вот появились сразу вот такие вот штучки. Я думала, с этих бутонов появится сначала цветок, как полагается. Как я прихожу, смотрю, вот с правой стороны уже есть три маленькие завязи. То есть он не процвел, как полагается. Натерла ему листики. Сорт лимона Лисбон. Ну, такая вот картина. Кто увлекается лимонами, у кого есть опыт, подскажите, как это он так. Вот. Ну и один бутончик вот отвалился. Я думала, с этих бутончиков будут цветочки, как обычно, потом либо самоопыление, либо опыление вот, кисточкой. И будут лимончики. А нет, я за ним постоянно наблюдала. И цветения не было, я не могла пропустить это. Еще покажу свой лимон другой. Это лимон Мейера. Он мне пришел вот в таком покусанном состоянии. Его жрали улитки. Он где-то стоял в оранжерее или в теплице. Вот. Это привитый лимончик. Вот. И он уже почувствовал весну и пустил молодые побеги. Вот они. Был пересажен в хороший грунт. Обработан от паразитов. Грунт был тщательно старый, просмотренный, выброшен. Корневая тщательно была просмотрена, чтобы не занести заново улиток. Вот. И пока проверку он прошел, то есть я ложила и фрукты, и овощи, никто не выполз. Вот. Ну и, конечно же, я его пролила на всякий случай. Поэтому я его уже со спокойной душой поставила ко всем растениям. Вот. Мейер у меня тоже недавно. С декабря месяца, конец декабря. Что случилось с моим лимоном? Лайм-кватом. Смотрите на другом видео, я все покажу.
и расскажу. Лаймквот – это растение голландское, которое было мне подарено в горшочке. Мы снимали плоды с него, он был с плодами. Очень интересное, классное растение. Ну, о нем немножко подробнее в другом видео. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на Инстаграм. Там есть много видео, коротких роликов, которые вы не увидите на YouTube. Всем пока-пока!